проведение сегодняшнего мероприятия у нас связано с комплексом задач, стоящих перед госавтоинспекцией. Значит, данная задача у нас связана с предстоящим уходом школьников на летние каникулы. Вот, и основной задачей стороны госавтоинспекции здесь является по максимуму организовать работу по предупреждению детской аварийности. Для всех российских школьников наступает самая любимая пора – длинные летние каникулы. Именно во время каникул дети большую часть времени проводят на улице. И для того, чтобы юные пешеходы, а также любители велосипедов и самокатов не попали в неприятную ситуацию, им нужно постоянно помнить о правилах безопасности. Ежегодно летом обостряется проблема детского дорожно-транспортного травматизма. На текущий момент на территории городского округа Щелково зарегистрировано 5 ДТП, в которых получили ранения. Дети. Об этом говорили на пресс-конференции в ГИБДД в рамках стартующего комплекса профилактических мероприятий «Внимание, дети». Они будут проводиться сотрудниками госавтоинспекции до 14 июня включительно. Значит, у нас начинают функционировать детские оздоровительные лагеря как дневного пребывания, так и круглосуточного. Планируем проведение профилактических мероприятий с детьми в этих лагерях, также мероприятия, которые уже неоднократно нами проводились, это с волонтерскими движениями, безопасный двор, разъяснительная работа на пешеходных переходах. На пресс-конференции присутствовали юнкоры, молодогвардейцы, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, а также представители комитета по образованию городского округа. Все они будут помогать инспекторам ГИБДД заниматься информационно-просветительской деятельностью, объясняя детям, а также их родителям необходимость соблюдения правил дорожного движения во время летних каникул. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.